Алена Севастьянова, художница и преподаватель детской художественной школы номер 2, вошла в топ-50 лучших педагогов страны и получила награду из рук главы Министерства культуры России Владимира Мединского. Поздравил Алену с этим событием, а также проникся ее работами глава Северодвинска Игорь Скубенко. На выставке «360 градусов» представлены картины с видами Северодвинска и его окрестностей. Вот, и как раз это, получается, выставка началась вот с этих работ, и потом как-то, в принципе, этюды писала, тут выезжали Шинкарика, это ближайшие, да. Это в окрестностях, да, получается, Двины 2 и Теремка, то есть и туда, и здесь туда. Здесь каждый может свое увидеть что-то. Мастер кисти и глава Северодвинска также поговорили о современном искусстве, мерах поддержки творческих горожан, социальных проектах и сильнейшей художественной школе города Корабелов.